Я не знаю, советская социальная болезнь это или как, но в Казахстане и у казахов в частности это выделено прям, вот это прям социальная такая, знаете, как я не знаю, болезнью это не назвать, но социальная какая-то деформация, что ли, ну вот, мы всех содержим. Да. То есть, когда кто-то поднимается, да, все родственники на него просто виснут и, короче, и с него бабла сосут. А тут почему-то должен вниз это все чехлить. Да? Как это антилюбви, да? Это просто ужасное, честно говоря, состояние. Почему? Потому что когда ты по ним содержишь людей, родственников, там, даже своих детей, да, то есть если ребенок уже взрослый, ты должен его снять с этой иглы. Да. То есть ты должен его отстранить. Родители, если еще дееспособны и готовы зарабатывать, ты должен их отделить от себя. И себя от них. Потому что они хотят помогать тебе, ты хочешь поддержать родителей, потому что ты хороший сын или хорошая дочь.